Итак, ребята, азербайджанский откидной плов или газмах, как-то так вот. Что нам понадобится? Вот здесь у меня уже кипит водичка под рис. Вот смотрите, рис уже сразу бросаю, пускай варится. Все надо делать очень-очень быстро. Здесь у меня хорошо промытый рис. Вот. На быстром огне, мешаем. Чтобы он побыстрее закипел. Вот, не положила, видите, себе эту подложку. Должен быстро закипеть, вариться не на медленном огне, на быстром огне, на сильном огне, и свариться не до готовности. Ну, даже не альденте, почти альденте, чтобы внутри был такой чуть-чуть сыроватый. Вот. А что мы быстро делаем теперь? Теперь нам надо все делать очень быстро, потому что рис, вот уже рис закипел. Сейчас прикручу чуть-чуть, потому что очень-очень сильно кипит. Даже, наверное, уберу вот это вот. Вот, смотрите. Видите, вот так вот кипит рис. Все равно, смотрите, мыло, а пенка все равно. Ну, ладно. Все, пускай кипит, варится. Почти до готовности. Купила вот такие вот лепешки. Ну, лаваш. Как лаваш. Нам понадобятся такие вот они. Ну, как лаваш, тоненькие, видите. Что мы делаем? Так, вот это сюда. Готовим газмах. Смазываем масло, понадобится очень много. Ну, не очень много, но много. Вот, сливочное масло растопленное. Смазываем лавашик. Вообще покупается круглый лаваш. Ну, не было у нас лавашей, даже квадратных не было. Были вот такие только лепешки, ну, как лаваш. Так, смазали. Так вот, смазали вот это вот. Смазываем хорошо, прямо от души, знаете, вот так вот. Так. Вот так, чтобы они сцепились, знаете. Так, и последнее. Вот их должно быть 6-7 штук. Здесь у меня 6. Вот. Последнюю не смазываем. Смажем потом там уже, в этом, в кастрюле. Все. И разрезаем, как тортик. Так что здесь наш рис. Рис варим в большом количестве воды. Так, разрезаем. Вот так. Все, готово. Это у нас готово.
Почти готов. Выключаем и сливаем. Так, теперь быстренько. Я буду готовить в казаночке. Я его нагрела предварительно, потому что кастрюля, в которой должен готовиться плов, она должна быть горячей. Вот. Что делаем дальше? Ну, у меня кастрюля-то не подходит, в которой варилась. Укладываем наш лавашик. Вот так вот быстренько-быстренько. Он у меня толстенький получился такой, потому что лавашик толстенький. Надеюсь, что все влезет как надо. Все, ай, быстренько так вот. Быстрее, 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 пока ничего не остыло. Пока ни плов не остыл, ничего не остыло. Так, двигайтесь, ребята. Двигайтесь, потому что тут мало места. Мало места. Еще под одну. Давайте. Надо. Вот еще одну надо вставить. Ну, вот так. Вот, нормальненько. Все, встало. Так, смотрите сюда. Смазываем маслицем. А я... В принципе, не помню, смазывала. Ну, наверное, да, смазывала руки я маслицем. Вот это вот. Так вот, хорошо, щедренько, щедренько. Вот, и пловик. Так, большой ложкой. Вот так вот накладываем. Так, дальше. Посыпаем куркумой. Так. И шафран. И здесь у меня шафранчик. Вот так поливаем шафранчиком. Шафран мне тоже Рукия прислала. Спасибо, моя дорогая. И фартушек у меня сегодня азербайджанский. Рукия. Моей Рукии. Так. Опять. А, и маслицем, маслицем. Ой, надо ложечку взять, наверное. Сейчас ложечку возьму. Поливаем маслицем. Второй слой. Второй слой. Точно так же все, ребята. Все горяченькое, видите, вспылу жару. Точно так же посыпаем куркумой. Я забыла сказать вам, ребята, вода должна быть хорошо посоленная. Забыла сказать. Вот. Вот так. Мой, а, будет ароматный такой пловчик. Ай. И шафранчиком. Прям с этими с лепесточками, вот. Так, и маслица. Маслица у меня здесь вон с этим. Ладно, пускай будет, да? И третий слой. Так,
Ругия ставит на металлическую такую пластинку. У меня нет металлической пластинки, у меня вот такая корона. Вот, ставим сюда, пока на такой огонь, пока не нагреется, не разогреется наш казанок. Вот. Как она проверяет казанок, Ругия? Как утюг. Если шипит, значит все. Тогда убавляем огонь на самый маленький. Вот, и пускай. До готовности. Вот так вот делается азербайджанский откидной плов, который мне очень понравился, очень вкусный. Готовила его уже, да. Фартушек азербайджанский тоже. Вот. Ругия, большой привет. Канал «Вот так и живем». У меня немножко здесь вот, я ее даже не видела. Надо стирать уже фартушек. Готовка была на день рождения, и все вот так вот повесила. Все, и надо сейчас в стирку выброшу. Все, ребята, все вот это теперь убираем. И ждем, пока разогреется наш казанок. Как только зашкварчит, вот так все убавляем. Газ на самый тихий, маленький, и пускай томится. Пускай томится там, ну сколько, не знаю. Ну, может, минут 20, может, с полчаса. Я даже не знаю. О! Шкварчит! Слышали? Вот теперь поставила на самый-самый маленький огонь. Вот. Все, ждем. Время. Так, время. В принципе, ему много не надо. Минут 20, наверное. Пускай потомится. И все. Так, все. Ребята, а пока у меня стоит плов, готовится, я тут достала обрезки, которые остались от дня рождения, вот колбаски, всякие колбаски. Хочу их порезать на тарелочку, затянуть пленочкой и поставить в холодильник, потому что вот так вот, вот оно валяется, пока пропадет. Потому что порезать не соберешь, а чтобы достал, отрезал и съел. Нет, такого нет. Вот если порезанное стоит в холодильнике, да, тогда и Лешек берет, кушает. Вот, и на бутербродик утром, и я тягаю. Да, режем. Thank you.
время пришло. У меня прошло 25 минут. Я выключила, он постоял немножко так вот. Посмотрим. Ой, красота какая! Ой, красота! А здесь лавашек. Вот хочу достать лавашек один. Посмотрите, как он снизу. Ай, гляньте, такой поджаренный. Это можно есть вместо хлебушка. Видите? Такая вот вкуснота. Вот так сюда я положу. И пловчику. Рассыпчатый такой, гляньте. Видите? Ничего не слиплось. Ой, прелесть просто. Сейчас попробуем. Хотя я знаю, что это вкусно. Это вкусно. Сейчас будем обедать, Лёшек. А, это не надо. Блин, сейчас плов сюда, да? А вот видите, как вкусно. Кто там? Пловчик. Да, ладно. Давай. Так. А вот это вот. Она такая хрустящая, корочка вот эта вот. Ай. Ай. О. А вкусно. На вареники похоже. А, ты эту корочку сделал? Какую корочку? Где? Ты такую корочку еще не ел. Не курочку, а корочку. Что ты хочешь, Лешек? А, он греет. Что ты ищешь? Все давно греется. Ага. Пробуйте, ребята, готовьте. Очень вкусно. А если еще с курочкой? Ну, у нас котлеты сегодня. С котлетами. Что? С котлетами? Да. Я так буду. В смысле так будешь? Без котлет. Котлету не будешь? Да. Так тут нет мяса никакого. Ну и что? Без мяса будешь? Конечно. Ну смотри, экономист. Сэкономишь котлету? Да. Моя-то. А я буду. Ну давай. Вот это что такое, я не понял. Ладно, ребята, давайте. Все, пока-пока. Приятного аппетита. Мы пошли кушать, да. Всем приятного аппетита, кто будет кушать, ну, вместе с нами. Ну, не вместе с нами, а у себя дома. Приятного аппетита. И пока. До завтра.